Федеральный совет ФРГ одобрил новые правила карантина. Отныне трехкратно вакцинированные лица не должны находиться в изоляции. Дважды вакцинированные или выздоровевшие контактные лица должны помещаться в карантин только на 10 дней вместо 14. Через неделю они могут быть выписаны, если у них будет отрицательный результат на COVID-19. С 1 февраля сертификаты о полной вакцинации, сделанные в странах Евросоюза, теряют срок действия через 270 дней после получения второй дозы прививки. По истечении этого времени все граждане, которые сделали две прививки и не планируют делать ревакцинацию, теряют статус полностью вакцинированного. Аптеки Германии начнут вакцинировать граждан от коронавируса с конца января. Прививки будут производиться исключительно по записи и тем препаратам, который будет в наличии. По данным Федерального союза немецких фармацевтов, в вакцинации будет участвовать почти половина всех аптек страны. К другим темам. Музеи Берлина анонсировали бесплатный вход в этом году. Уже подтверждены следующие даты – 6 февраля, 6 марта, 3 апреля и 1 мая. В эти дни вы сможете бесплатно посетить 64 музея Берлина, в том числе всемирно известные на Музейном острове, а также небольшие музеи, расположенные дальше, и недавно открытый Берлинский форум имени Гумбольдта. В Германии создали новую незамерзайку. В сильный холод она лишь густеет, но не замерзает. Немецкие ученые уже протестировали свою разработку. Полученный результат обрадовал. Жидкость сохраняла текучесть и при минус 25 градусах.